А другим регионам такой опыт, насколько важен, например, Чувашии? И основная полезность у нас работает. Во многих регионах есть мемориалы, особенно там, где были бои проходили непосредственно. Конечно, военно-патриотическое воспитание с помощью этих мемориалов, военных, это один из самых главных элементов воспитания нашей молодежи. Очень хорошо, что в Чувашии будет такая возможность. Спасибо большое.